Больше 500 километров дорог отремонтировали в Западно-Казахстанской области. Об этом и других социально-экономических показателях региона на брифинге в СЦК рассказал аким области Нариман Турегалиев. Всего в регионе ремонтируют свыше 600 километров дорог. На это выделено больше 80 миллиардов тенге. Продолжается ремонт трасс, соединяющий Букей-Ординский и Женебекский районы. Кроме того, создано около 15 тысяч новых рабочих мест. Стоит отметить, что 80% от общего количества созданных рабочих мест приходится на сельскую местность. Ответил аким и на вопрос касательно реализации мяса сайгаков. По его словам, более 11 тысяч убитых животных отправили на мясокомбинаты в Западном Казахстане. Отстрелом диких животных в области занимаются 15 стрелковых бригад. Еще две бригады ловят их коралевым методом. Спросом сайгачье мясо, я могу сказать, так особо не пользуется. Поэтому нет никаких опасений, что другие мясные продукции не будут реализовываться на территории нашей области. По данным охотзоопром, более 11 тысяч штук уже рога промаркировано, пронумеровано. Они определены на хранение в строгом соответствии с инструкцией.